Привет, меня зовут Илья Пономаренко. Я являюсь маркетологом, предпринимателем, независимым бизнес-консультантом и тренером в области личной эффективности и финансового мышления. Сегодня я хочу вам рассказать о правиле 20 минут. Скажите, любите ли вы убираться дома? А нравится ли вам заниматься с утра спортом? А может быть, вам не нравится заниматься саморазвитием и уделять на это ну хотя бы как минимум час в день? У меня для вас хорошие новости, если это вам не нравится. Есть правило 20 минут. Суть его заключается в том, что у вас каждый день есть ровно 20 минут на одно из ваших нелюбимых дел. Ровно столько вы можете заниматься вашим нелюбимым делом и при этом не раздражаться и не испытывать какого-то стресса или напряжения. Поэтому, например, если вам не нравится убираться дома, то у вас есть каждый день на это 20 минут. Плюс от этого заключается в том, что если вы будете убираться каждый день всего по 20 минут, у вас дома будет порядок. И при всем при этом это вас не будет напрягать и раздражать. Если вам не нравится заниматься спортом, то уделяя этому занятию всего 20 минут в день, вы, во-первых, поправите свое здоровье, а во-вторых, вас также это не будет сильно напрягать. Это правило 20 минут можно применять на очень многих темах в жизни. Внедряйте правило 20 минут в вашу жизнь, и она станет намного продуктивнее и лучше. С вами был Илья Пономаренко, мой сайт ilyapanomarenko.com, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока!